Ну, вот мы сравниваем крейсера, что здесь, вот, допустим, прочность 650. А это даст, ну, 120 от этого конденсатора защитного экрана. Там. Ну, 130 может быть достигать. Да о чем больше это? Ну, Heavy Heart, тяжелая броня. И, допустим, гравитонные пушки. Урон 25, удвоение там 50 плюс белый огонь. Сотня. И таких 3300 урона. Ну, а, допустим, Форсер 25 в защите от усилого оружия. Только непонятно, что 25%. Ну, то есть читер снимает. Стойкость брони 20. А пульсоны это 80 на 3, 240 где-то там. Ну, в перезарядке, в пересчете там мы считали. Ну, около 200, а тут 300. То есть гравитоны больше наносят. Если на 4 меньше, это будет где-то тоже там 225 урона, там 200. 420, около 500, то есть можем 300 плюс, сколько там, 240. 540 практически крейсер может другой крейсер какой-то разнести. Ну, это не считая, если там поле есть или еще что. А на G есть, ну, вот этот, у Псилона есть тоже ракеты. Ну, около меня ракет плюс 25 нет, туда получить не получается этого. Да. Ну, у такого, у них, тут, в этой игре в Орионе, но... В общем, у них защита, если они группа идут, то может быть общая защита, если успевают убить. Если они больше сносят ракеты, когда, то есть, если есть корабль, а если корабль один, то тогда... Ну, тогда надо снимать этот хард. И ставить, например, этот... Защитный экран. Ну, это все тогда досмотрено. У нас сам, у нас самим вот радиоэлектронная защита, РЭД. РЭД. Но это защита ракет самих, а не корабля. Ну, корабля ждет, что если форсаж. Если в залп идет, то можно ликандер включить или форсаж. Нету форсажа, можно ликандер. Ничего и другого не надо. Потому что дарахнет. Ну тогда хард броня будет. Стойкость. А тут броня пробития сколько? Вот 20. То есть мы, даже если у них пульсон, а у нас стойкость брони 20, оно нивелирует бронепробитие. А здесь... Ну тут 30. То есть... Лучевое в середине игры уже начинает влиять, это из-за середины. Линкор, конечно, да, выгоднее типа, чем крейсер. Ну, неизвестно, столько туров. Ну, тут только, по сути, отличие там, что вот этот бомбер и все. И плюс ремонтная система там, плюс экран класса, это... Ну как бы с флотом что-то лететь сделал. Ты может он даже сам. Он флот тогда может чинить. Причем в бою чинить. Тоже. И вне боя, и в бою. 10 саморемонт, 10 заход еще. Корабль оснащен автоматической ремонтной системой, останавливает наибольшее количество прочности в начале каждого хода. Ремонтирует корпус союзных кораблей в бою. Диаб. Управление. Ну тут. А тут и смени 14 готово. Ну можем, да, поставить пока.
Ну, если опасность не какая-то, да произведем лунную лабораторию, там, еще там. Списку нам вообще надо вот эту систему, потому что минус 2, 6 уровня, да, упадет производство. Уже не стоит, если вот этот производитель. Это 9, но это очень долго, 20, 26 туров. Ну, допустим, 20 туров. И тут 20, 40 туров, чтобы надо все построить. Купить очень дорого. Трил. Как-то там дешевле. Ну и маус суммарно 12 туров, вот без того. 10. Но сканер нам по-любому желательно иметь. Два тура пускай тут качаем. Кандат. Фрегаты тут летит. Система переработает, потому что 20 там конструкций. Это кажется, что много. Крипта. С крипта вообще непонятно, что случилось. Ну еще и ангар ничего не построен. Не орбитальный, а думаю, уже давно засидели. Ну относительно. Где-то далеко было. Но. Далековато. И лифт. Лаборатория. Ну-ка, 3 за 3. Ну, у вас экология минус 16. И на сегодня 10 из 12. Стоит ли надо прибавлять это? Переселос. Если мы будем везде, ну, не производить ничего. Вот Персия 5 тут зеро. Через 2 тура начнется загрязнение. Или снимать с производства это. Все. Ну снова тогда достроим. Потому что 24 тура, знать ли там 28, это вообще там долго. Ну только столица. Вообще, ну, так вот. Ну не получается. Вот мы на 2 только, наверное. Персия 5. Ну тут через 16 он 2. Тычис. Ну тычис это туда, куда летят эти сейчас. Это должен терраформинг снова. Больше тут. Нету смысла. Ну 9 туров это довольно быстро. В сравнении с теми. Алисин. Хорошо. Ну тут 4 тура пока начнется что-то один корпус. А мы с крейсер хотели. Крейсер. Ну стандартный крейсер. Выбрать. Крейсер. X. Ну это 10. Ну что же мы на пределе минус 20, тут через 10 туров что-то изменится. То опять надо придется отбавлять кого-то. А так можно будет прибавить. На 4 тура и плюс крейсер какие-то недолго. Но нам крейсер. Он даже раньше, чем тех. Конечно, линкор лучше. Ну мы по ситуации будем следить, что 7 туров, ну. Потому что если начнется опять кипиш или прилетит линкор, это всего, ну, то лучше крейсер погорел. Если он сам прилетит, то ладно, а с флотом. А линкора, например, раз не будет, и самого бомба. Леди Баг.